В Подмосковье запустили приложение «Путеводитель по наукоградам». Его можно скачать уже сейчас, но полная версия станет доступна 10 февраля. Жители региона с помощью нового сервиса также смогут ознакомиться с последними новостями в этой сфере. Мы собрали всю информацию о науке. Это информация о наукоградах, все меры поддержки, все новости, которые у нас происходят в сфере развития науки.